Такой жанр, как документальное кино, любят люди серьезные и увлеченные. На встречу с автором сценария картины «Мы, белорусы, мирные люди» Натальей Голубевой пришли студенты исторического факультета Брестского университета имени Пушкина, старшеклассники колледжей и лицея. Те, кому интересно настоящее будущее своей страны. Обычно о политике, о современных вещах говорят несколько скучно. Они напоминают сводки или с полей, или с каких-то официальных сообщений. Мне хотелось рассказать, что современная белорусская история, она не менее интересна, не менее насыщена, чем история наша далекая. Фильм рассказывает о событиях одного дня, 11 февраля 2015 года, когда Минск стал площадкой для встречи Нормандской четверки и обсуждения самого сложного вопроса в истории послевоенной Европы – как прекратить огонь на юго-востоке Украины и остановить войну. Автор и режиссер погружают зрителя в тонкости современной политики и возвращают в 90-е, когда Беларусь обрела независимость и доказала всему миру, что белорусы – мирные люди. Не люблю интернетовское кино, я пользуюсь подлинными документами, которые впервые вводятся в научный оборот. Я не воспринимаю документаловку, которые открывают интернет, надергают каких-то фактов, получается кино. Моя жизнь разделена на до и после. Это архив и после архива. Вот. И поэтому, конечно, можно все это написать, а потом вот начинается самая такая интересная работа. Десятки часов архивных кадров, тысячи метров хроникальных пленок. Фильм получился насыщенным на аналитику. Автор дает зрителю много поводов для размышления. Наталья Голубева известна не только как документалист. Она талантливый писатель, поэт, автор сценария художественных телевизионных фильмов. Выставку ее книг представила Брестская городская библиотечная сеть. Библиотека города, находятся ее книги, и эти книги читают. На данной выставке собраны книги из нашего учреждения Центральной городской библиотеки имени Пушкина и Брестской областной библиотеки имени Максима Горького. Чуть больше 10 книг в наших библиотеках. О своих творческих планах Наталья Голубева сообщать не любит. За нее красноречиво говорят ее фильмы и многочисленные кинематографические награды. Однако, по мнению автора, самое интересное кино еще впереди. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.